Вечером в минувшую пятницу произошел пожар в одной из квартир на улице 10-й санаторной. Огонь бушевал в жилище на первом этаже, в комнате и в коридоре. Пожарные прибыли на место уже через 6 минут после того, как поступило сообщение о происшествии. На то, чтобы полностью справиться с пожаром и его последствиями, спасателям потребовалось чуть более часа. Жильцов дома на это время эвакуировали. Ориентировочная причина происшествия – неосторожность при курении. Было эвакуировано 18 человек. Из них два ребенка, один инвалид, у которого не было возможности самостоятельно передвигаться. Также непосредственно из горящей квартиры было эвакуировано 3 человека и передано в кареты скорой помощи. Впоследствии людей доставили в больницу.